почему соль кайфу? Для тела. Ты не знаешь? Солью для тела можешь солить еду? Да откуда? Нет. А тело мазать солью для еды? Отстань, я не знаю. А чем они отличаются? Я не знаю. Здесь не на русский написано. Я же тебе сказал, что грузинская соль. Ну и чё? Куда поедем дальше? Сначала за чебуреками. Предлагаю в Монголию. В Монголию? Да, ты была в Монголии? Нет. А что ты знаешь об этой стране? Вообще ничего. Пески там. Надо подвинуть сиденье. Блин, я думал только в анекдотах. Блин, же навоз. Тамбов. Все, мы в Тамбове. Э, а кто тут тебе товарищ? В Тамбове. Тамбовский волк, да. Правильно. А мальчик куда хочет? Тоже в Тамбов. Лена, а ты можешь вот повторить то, что ты делала в Красной Поляне с быком, только вот с медведем теперь? А у них нет. А, здесь надо? Нет. 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 За яйца взять. Где у кого-то не видела? Вот. Вот, смотри. Ну да, тоже прикольно. Ты никогда не каталась на колесе? Я это нет. Два билетика на колесо. У тебя все под контролем? Угу. Вот, мы на пике Тамбова. Ага. Тебе страшно? Да нет, нормально. Встанем, подойди туда. Да не, не хочу. Бля, мне страшно. Пусть все думают, что я с дрона снимаю. Мишонок. Блин. Ну это прям магистральный тягач. Серьезно. Тут это Android навигатор все, да? Волгоград. Волгоград. Лен, Лен, я только что узнал, что ты психолог, блин. Трындец, вот это допился, Вадим. Охренеть. Ваш кофе готов. Я лохмат. Новенький. Кто, я? Нет, в самокат, это нет. Главное новые болтики не потерять. Ну как? Бодрит? Иди, знаешь. Иди. Иди. А то мороженое получишь. Поехали туда. Да поехали сразу сюда. Передумали.
Шмель? Шмель, блин, ага. Смотри. Вообще. Давай заново. Не сняла? Я думала, что я снимаю, а только с... окрошечком, да? Задолбал фастфуд? Нет. А меня да. За ними обещали сохранить рабочие места, а где-то предлагали Какой состав мороженого? Нормально, вкусно. Ладно, вкусно. Что такое камедь рожкового дерева? Да это не за тобой. Она по своим делам. Ты потерялся на этой дорожке. Твои предположения, насколько неожиданно она закончится? На каком месте? Ой, не, надеюсь, мы это долго будем ехать. Насколько? Да, ты будешь ехать. Ну, а что, такой асфальт для велосипедной дорожки, это же офигенно. Должна быть долгая, продолжительная. Вадим, ты скрипишь? Сейчас Вадим позанимается и пойдет пить водичку из фонтанчика. Класс? Почему завтра не сегодня? Почему сегодня не хочешь купаться? Потому что мне Что, мне вырезать теперь? Да. А где все? Мотоциклы стоят. Аттракцион праздничный. 200 рублей. 200 рублей? А вот бесплатно. Где спортивная площадка была? Это что ж деревья бывают? Серьезно? Ну вот она, газель Next. Это газон Next. Газон? Это газон Next. А газель это другой, да? А газель не тоже морд, как у тебя. Вообще ее нет. То есть это не газель? Это газон. Ну, кабина, вот один в один у них. С газелью? Да. А с Уралом не такие? С Уралом нет. Ну, подожди, вот за один рейс ты вот едешь из, и получается из Волжского в Ульяновск. Это я меньше суток у меня ушло, когда я приехал. И 50 тысяч? Да. Ну, это же офигенно. Нормально. Обратно 40 кропка надо. Сейчас электричество только вот от этой панельки получается. Жуть какая, извращуга. Лен, тебе Лера ничего не надо? Нет. Положи на место. Положи на место. Лен, что да. Такое траволатор? Да. Ты же знаешь. Который едет ровно, без ступенек. Прямо. Да? Это мое. Наше. Здравствуйте. А вас можно будет туда водички набрать? Подъехать вот на этом. Там много водички? Литров 50. Ну это вы зайдите там в администрацию в магазин, зайдете там есть. Мне литров 20 тридцать надо.
туалете. Я даже не знаю, как этот вопрос решить. Там же вода просто, он же поливает ей деревья. У нас нет деревьев. А все равно ее там поливает. Я не могу вам в данный момент ничем помочь. Подождите, ладно, пока придет менеджер клининговой службы, у них есть шланги. Солнце все в одну сторону смотрят. Это биология в воде. Какая еще биология? Ну, они за солнышком следуют. Пока они могут вертеть головой, они будут так делать. Лен, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Пойдем купить. По подсолнухе все понятно. Молоденький повернут, а эти же не могут, значит, поворачивать. Пойдем. Ля, а ты вот как мореплаватель, скажи, правильно говорить, утки плавают или ходят? Они плавают, по земле ходят. Ты сравниваешь, что ли? Спасибо, браво танцующим! Куда едем? Ту. Из Тамбова. Ой. Колонка. Прикинь, нужна резиновая пипка. Ну давай ее держать тогда буду. Вот эту чуть-чуть побольше. Прикинь, залупа какая. Угу. Ура! Скоро будет вода у нас. И давай ты туда держи. Ноу-хау? Попробуй держать, блин, все видите, понятно. Вода обычная, как в магазине. 207. Все. Так, за нами следят. Точно нужная трасса Тамбов, Тула. Класс. Лен, ты плохо ящик закрыла. Давай. Скажи, когда вот дорожка для самоката уходит налево, а прямо вроде как интереснее, куда поехать? Ну давай прям поедем. Ты, чтобы в дырочку посмотреть, тропинка протоптана. Ты все уток что снимаешь? Угу. Молодец. А это не надо же? А это и нет. Прикинь, Samsung аренду не оплатил. Грустно. Где ты училась на психолога? В институте. В каком? В московском. А что ты делаешь психологом, когда ты успокаиваешь людей как-то? Почему? Я ем. Но я же работал. Профориентацию вела.
соцадаптацию и техподдержку. Китайская делегация приехала в Тулу. И все мы здесь сегодня собрались. Ладно, с ними не о чем поговорить, пойдем в воду. Пойдем. Искать переходник. Не, не знает, конечно. Он же китаец. Лен, ты же сказала, это калитка, просто она закрыта. Как так? Нет, это заборчик. Ну, там, с той стороны. Сейчас идем с той стороны. С этой стороны? Да мы не войдем ни в какую сторону. Все закрыто. Здесь скоро концерт намечается.